смотри, пойдем туда. Нет, 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 нам дальше, Е, туда. О, а что там, пойдем туда. Вот туда, а не туда. Что ж такая непонятливая? Да куда мы все-таки идем? Ева, мы идем туда, где люди лечат машин. Лечат, в смысле ремонтируют? Очень образное сравнение. Ты случайно стихи не пишешь? Это не я придумал. Понимаешь, современные автомобили – это не просто механизмы. Это сложные существа, в которых есть много всего. Даже мозг у них есть. Впрочем, ты сейчас сама все видишь. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь ремонтом автомобиля занимаетесь? Да. Мы проводим регулярные технические обслуживания, рекомендованные заводом-изготовителем. Ремонт ходовой части, агрегатные ремонты, двигателя, шиномонтажные работы, замены стекла, регулировочные работы. Обслуживаем систему кондиционирования. Ну вот видишь, я же тебе говорил, это все образное сравнение, образное сравнение. А диагностикой? Да, диагностика – это то, с чего начинается весь процесс. Хотите, я вас с этим познакомлю? Давайте. Сейчас мы пройдем, с вами пройду экскурсию по ремонтному участку. Отлично. Но сначала нам нужно расписаться в журнале техники безопасности и одеть сигнальный жилет. Современные автомобили состоят из сложнейших механизмов. Если в их работе возникают проблемы, то принцип тот же, что и в медицине. Сначала обследование и только потом лечение. Постановкой диагноза автомобилю занимается диагност, человек, которого еще называют автомобильный доктор. Давайте я вас познакомлю с нашим диагностом. Это профессионал своего дела, специалист высшего уровня компетенции Николай Вовнянко. Здравствуйте. Николай Вовнянко, инженер-диагност, закончил Краснодарский колледж электронного приборостроения по специальности автоматизированной системы обработки и управления информацией. Опыт работы диагностом 13 лет. Николай Александрович, а чем занимаются диагносты? Какие у них задачи? Задачи следующие. В первую очередь автомобиль заезжает к нам на сервис. Я беру документы, которые шли с ним, читаю жалобу клиента. Вот. Если жалоба клиента напоминает неисправность, связанную с электрикой, или с электроникой, или с системой управления двигателем, или там трансмиссией, допустим, то я беру ее в работу и произвожу диагностику. Вот. Также занимаюсь перепрограммированием блоков управления, которые устарели, допустим. Завод-изготовитель прислал программу, которая работает лучше, более новую. Я на автомобиле ее устанавливаю и путь. Что самое сложное в этой профессии? В этой профессии, наверное, самое сложное, когда приезжает клиент с жалобой. Но она проявляется только у клиента. А будучи на сервисе, мы не можем отследить проблему. В этом случае садимся на автомобиль и производим тест-драйв. Мы ездим у нас на территории или приходится выезжать с клиентом на дорогу общего пользования и записываем данные в момент проведения тест-драйва. По этим данным, после приезда, я могу, после расшифровки, соответственно, определить, какой участок автомобиля подвергся сбою. Или работает неправильно, или выдает неправильные параметры, или какое-то механическое повреждение. Вот. Уже можно какие-то выводы делать. Но, опять же, самое сложное – это когда неисправность не проявляется вообще никак. Так значит, эта профессия схожа с компьютерным программированием? В принципе, можно сказать и так. Автомобиль на сегодняшний день обладает большим списком электронных устройств. Очень большое количество электронных блоков управления, которые между собой связываются цифровыми шинами коммуникаций, подобный компьютере, который стоит дома. Вот. Периодически приходится обновлять программное обеспечение, что, в принципе, является основой программирования. Записывать информацию, считывать информацию, вот, делать анализ, делать какие-то, может, заключения.
Что нужно знать, чтобы стать профессиональным диагностом? Наверное, главное любить профессию, любить электронику, любить паять, любить глубоко закапываться в неисправность, искать какие-то логические, может быть, моменты. Вот. Это загадки, это ребусы, это нужно на все обращать внимание, быть щепетильным к мелочам. Вот. Ну, опять же, нужно, чтобы это тебе нравилось, иначе высот достичь не получится. А где учиться на диагноста? В свое время заканчивал колледж электронного приборостроения ЗИПовский. Вот. По специальности радиоаппаратостроения и автоматизированная система обработки и управления информацией, что позволило мне каким-то образом развиться в сторону электрики, может быть. Вот. Это такое место, где у человека пробуждается любовь к технике, любовь к каким-то познаниям в плане физики. Вот. Электроника вообще штука очень интересная, поэтому место вообще очень советую всем закончить. Это очень престижное место. Вот. И постепенно я пришел к диагносту. Встречаются ли среди диагностов женщины? Я редко встречал женщин в ремучастке. Ну, я думаю, все впереди. Если будет желание овладеть этой профессией, то, я думаю, все получится. В медицине врачи-диагносты используют УЗИ, анализы берут. А у вас есть какие-то приспособления, чтобы дать диагноз автомобилю? Да, конечно. Пожалуйста, знакомьтесь. Диагностический прибор. Водонепроницаемый, ударопрочный. Подключаем через беспроводной VI-модуль, так сказать, по Bluetooth. И проводим диагностику. Мы можем проводить диагностику, также будучи находясь вне автомобиля. Заводим автомобиль. Как вы видите, мотор работает не совсем стабильно. У него были толчки. Сейчас он поднял холостой ход для того, чтобы перейти в аварийный режим, что удачно и сделал. Вот. На данном автомобиле присутствует неисправность. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы найти место неисправности? Подключить сканер и найти ее. Все правильно. Профессия. Есть много общего и с врачом, и с программистом. Интересно, а какая у них зарплата? Давай попробуем узнать. Давай. Виктор Гришин, технический директор дилерского автоцентра. Опыт в автобизнесе 16 лет. Закончил Волгоградский государственный технический университет. Магистр техники и технологии наземного транспорта. Отвечает за создание гармоничных отношений клиентов с автомобилями. Виктор Валерьевич, скажите, а сегодня трудно найти профессиональных диагностов? Да. Такая профессия очень востребована на рынке, ее сложно найти. Автомобильная промышленность не стоит на месте, постоянно развивается. И новые течения, новые тенденции, ну, решение вот этих сложных вопросов, оно не каждому дается. И для того, чтобы научиться этому, проходит большое количество времени. Человек должен быть очень целеустремленным, постоянно иметь желание развиваться. И вот найти такого человека, который достиг этого уровня, развился и не стоит на месте, и вместе с автомобилями развивается, это очень сложно. Поэтому эти люди очень дорого стоят. А какая у диагноста зарплата? Ну, минимальная – это 40 тысяч, а потолка нет. Может достигать и 100 тысяч. Ого, здорово. А как вы определяете уровень профессионализма диагноста, который хочет устроиться к вам? Все очень просто. Соискатель проходит несколько уровней собеседования. Мы смотрим на его опыт работы, на его как бы теоретические тесты сдает и практическое применение, которое он готов продемонстрировать нам на автомобиле. Сразу диагностом стать сложно, поэтому проходит стажировка,
где сотрудник показывает свои знания и умения и возможность, то, что он действительно соответствует этому уровню. А что делать, если диагност поставил неправильный диагноз? Такое ведь даже у врачей бывает. Да, это очень редко бывает, от этого никто не застрахован, но в нашей компании есть специалисты, это мастера, которые выходного контроля. Если случилось так, что мы не достигли результата, мы готовы подключить службу технической поддержки завода-изготовителя. Комплексное решение проблемы, то есть мозговой штурм, и это приводит к положительному результату. А на ком же в ремонте автомобилей лежит большая ответственность? Кто главней? Автодиагност или автослесарь? Конечно же, на диагносте. Потому что от заключения диагноста зависит дальнейший ремонт автомобиля. И как мы уже говорили, при правильном постановке диагноза мы делаем правильный ремонт. Спасибо большое, Виктор Валерьевич. Было очень интересно. Спасибо. Пожалуйста, ребят, рад был вас видеть. Приглашаю в компанию. Ты знаешь, я все-таки не понимаю, почему девушки не хотят быть диагностами. Вот девушки-программисты есть? Ну да, есть. Девушки-водители есть? Тоже есть. Но это же значит, что у тебя есть шанс, верно? Я подумаю.